Бог велел дьяволу, прогуливаясь в саду: покажи, как мучаются грешники в аду. Дьявол водил его по не громите, с котлами борются. Дьявол водил его по залам, где кровопийцы, котлами, где варится громкорот убийцы. Вот зал с красивыми женщинами, сплетницами. Рот кишит у них змеями, гюрзокобрицами. Коля вывеска: евреи! Они с худыми плечами связаны тяжелыми железными цепями. Стоят по грудь в бассейне, наполненном говном. Тишина, заняты то ли бодрствованием, то ли сном. Следующий зал, вывеска с бородой: русские. Стоят понуро и без цепей, а глаза грустные. А почему такая разница, спросил Бог? Дьявол ответил: так опыт подвел итог. Когда еврей выскакивает из дерьма, то он тащит себе подобных сполна. Давно Божью мыслью, Божьей кистью.